репортажами с задушенным голоском, как сейчас. Смирлывать многоярусными памфлетами и западлой муженька ротового, который сойдет кожу жуковской татарской шайки. И влывать ротовелые поддержки к наглой тыровец, коловить изображение, что они рулят и воруют у меня провисли государственные, как это третья военная тема. Я на военных темах не зарабатываю. У меня квалификация фактически военного журналиста. Наглость такая, блядь, решать, блядь, ебало. Как мне ее подавать?